example Baba has given. И Баба еще дал один пример. At a residence, you have corridor, you have veranda, you have the first hall, and then a puja room, worship place, and a bedroom, and a bathroom. All rooms belong to single house. But you meet in the central hall, but not in the bathroom. То есть он говорит пример, что в его доме есть разные комнаты, есть коридор, есть туалет, есть ванная, есть комната, где зал, но мы все встречаемся почему-то не в туалете, а именно в зале. То есть центр, место встречи, зал. Bathroom also belongs to you. Но туалет тоже принадлежит вам, этому дому. It's part of the house. Это часть дома. You don't sit there. Но мы там не сидим, мы там не встречаемся. We don't sit in the veranda. We don't sit in the veranda or corridor. Мы не сидим в коридоре или на веранде. So we sit at a comfortable place. Мы сидим там, где нам комфортно находиться и собираться. Though it is all one house that belongs to you. Но все эти комнаты находятся в одном доме, который принадлежит вам. То есть это ваш дом. Similarly, God's chosen place. A place where he decided to be born and spread his mission. Точно так же Бог выбрал место, где он захотел быть рожден, и дальше отсюда пошло его учение. Take for example an electric pole. Да, вот представьте себе как фонарь, да, электрический. With headlights. Столб электрический, да, с лампами. Light will be spread everywhere, but the pole is here. То есть свет будет распространяться на большое пространство, но сам столб будет находиться в одном и том же месте, он не будет перемещаться. Similarly. Примерно, ну также похоже. Путапартия прашанталиям. Путапартия или как мы называем прашанталиям. It is a place of cosmic or universal power. То есть это место космической, вселенской силы. A place chosen by God to have the advent or birth. То есть это место, которое выбрано было своим, самим Богом, да, чтобы помогать нам прийти сюда. Likewise, we have to take every important place associated with avatar. То есть таким же образом мы должны относиться к каждому другому месту, которое также связано с аватаром. Это также очень важные места, которые он посещал и которые мы ассоциируем с его жизнью с ним. Another thing is simple example. Простой пример. If you think of Moscow. Если вы думаете о Москве. Or Kremlin. Или о Кремле. You immediately think of the city and all the palaces and all the buildings, everything there. То есть мы думаем о Москве, о Кремле, мы сразу представляем воображение здания, какие там находятся. То есть у нас возникает воображение ассоциации города. When you go back home, когда мы возвращаемся назад, да, мы приезжаем. The moment you think of Puttaparthi, момент, когда мы открываем глаза и думаем о Путапарте, you think of Mandir, сразу представляете Мандир. You think of other buildings. Все другие здания в ашраме. Naturally, you'll be thinking of bhajans and everything that you saw there. В нашей памяти начнут возникать бхаджаны и все, что мы видели в свой приезд здесь в Путапарте. But you are in Moscow. Но мы-то находимся в этом в Москве, когда вспоминаем. Путапарти has come to you. Но Путапарти само пришло к нам туда в Москву. Supposing you are here in Путапарти. Находясь здесь в Путапарте, you think of Moscow. Вы сидите и думаете о Москве. Moscow has come to you. Москва приехала в Путапарте, пришла к вам. So, the mind is capable of bringing any distant place to its area, to its imagination. То есть наш ум способен любое самое даже далекое место привести сюда, здесь и сейчас, где мы находимся. То есть это способность ума. Thinking of Swami. Думание о Свами. Thinking of Puttaparthi. Мысли о Путапарте. Wherever you are,
где бы вы ни находились. Moscow or any other beautiful place in Russia. Москва, будь то Москва или какой-то другой город, другое место в России. All this will be transported there. Все фотопарти переедет туда, переместится, скажем, туда с вашими мыслями, где бы вы ни находились. This process of bringing far off places by thought is called meditation. Это называется медитация, когда мы с помощью своего ума приносим место, как, святое место, где бы они находились к нам, к себе, где бы мы ни находились. Это и есть медитация, когда мы думаем о святом месте. Meditation is not a commercial process. Медитация – это не коммерческий процесс. Meditation is not attachment. И медитация – это не какая-то привязка. Meditation meaning bringing back to memory all your experiences that you want at that moment of time. Медитация – это когда мы сидим в конкретном месте в конкретное время и думаем о тех опытах, которые с нами произошли в прошлом. Мы их в своей памяти возрождаем. Это и есть медитация. Like this, you can think of Baba back home or anywhere in your work office, spot, or kitchen, wherever you are, you think of Swami and Puttaparthi. То есть, где бы вы ни находились, в офисе, на своей кухне, в любом месте, подумайте о Бабе, и вы окажетесь в Путапарте. This is the power of meditation. В этом есть сила медитации. But unfortunately, но, к сожалению, modern spiritual people, современные духовные искатели, made it mechanical. Уже начинает механически, то есть перевели этот механический процесс. Computerized. Компьютеризированный процесс. Больше уже такой. And totally commercial. И это стало уже больше как это реклама, коммерческий проект стал медитация. Because there are some invitation, newspapers that come with advertisement. Meditation in 20 days, $100 or $1,000. Открываем газету, и в газете видим объявление «Медитация за 20 дней, за $100 вы получите этот опыт, или там до $1,000». Это все стало коммерцией, бизнесом. To think of your Moscow, do you need $1,000? Чтобы подумать о Москве, вам нужно заплатить за это $1,000? Чтобы здесь сейчас подумать о Москве. Focus your attention. Сфокусируйте свое внимание. On that you worship. На том объекте, которому вы поклоняетесь. On the form you like. На той форме, которая вам ближе всего. On the name you appreciate. На том имени, которое вам дорого. On the place that you moved. На то место, которое вас вдохновляет. With closed eyes. Закрытыми глазами. You enjoy the presence of all that. Просто наслаждайтесь присутствием всего того, о чем вы подумали. Форма, имя, место. That is meditation. И это и есть медитация. A mad fellow may be here. Некий человек может находиться здесь, но как mad fellow, это как некий чудной человек, да? He cannot enjoy this, he cannot enjoy that, he cannot enjoy anything just a mad fellow is like that. Представьте, например, бывает так, что чудой человек может находиться где-то в святом месте, но он не может наслаждаться тем, что он видит и где он находится. Он может витать где-то в облаках в своих мыслях. So what is the difference between a mad man and man? В чем разница между чудным человеком, как мне говорят, сумасшедшим человеком и обычным человеком? A mad person cannot focus on anything. Сумасшедший человек не может сфокусироваться ни на чем. То есть он не может сконцентрировать свое внимание ни на чем. Cannot concentrate. То есть у него не получается концентрироваться. But we are not mad, I'm sure now. Но я уверен, что мы-то с вами не сумасшедшие. We can think of anything that at this moment. Yes. То есть, находясь здесь и сейчас, мы можем подумать о чем угодно.
enjoy it. И насладиться тем, что мы представили. In our mind. В нашем как в уме, да, в голове. That is meditation. Это и есть медитация. Which is totally free. Это, за эту медитацию платить денег не надо. To think of your parents, to think of your life partner, to think of your children, do you need $1,000? Вам нужно платить деньги за то, чтобы подумать о своих родителях, о любимых людях, детях. Вы должны платить за это деньги. What training you need? Какие-то вам нужны тренинги для этого пройти. What type of guru you require? Нужен ли вам для этого гуру о том, чтобы думать о людях? Nonsense. Это все ерунда. Nonsense. Life is meditation. Сама жизнь это и есть медитация. Life is meditation. Жизнь это и есть медитация. According to Sai Baba. По словам Sai Baba. Walking, talking, reading. Чтение, говорение, гуляние. Eating. Прием пищи. Driving. Вождение машины. Everything is meditation. Это все является медитацией. Therefore, my friends, let us have this background when we think of meditation. Да, давайте запомним именно те слова, которые сейчас он говорит, что как основа понимания, что такое медитация. So what is it that we do? What is it that we experience out of concentrated focused attention in meditation? То есть, что, какой опыт получаем, какие чувства мы получаем, когда мы фокусируем свое внимание, концентрируем свое внимание на выбранной форме? It so happened many long years back. Много лет назад. I asked Swami. Я спросил у Свами. When he was talking to a Russian group. Он как раз разговаривал с русской группой. Swami, how is it that Russians are here because we hear that they don't believe in God? Свами, а как же так, что русские сюда приехали, но мы же все слышали, что русские в Бога не верят. Это было коммунистическое. Baba, who said that? Вам сказал, кто такое сказал? They do not know. Они, кто это говорит, они не знают, что они говорят. They are strong believers of God, more than you all. Русские очень верят в Бога намного сильнее, чем верите вы все. I was in confusion. Меня это... Я растерялся в этот момент. Because right from our childhood, с самого детства нам... We know that Russia is a communist country. То есть с самого детства мы все знаем, что Россия это коммунистическая страна. China is a communist country. Китай коммунистическая страна. But they don't accept God. И они не принимают никакие идеи о Боге. And now Swami says they believe in God more than you. И тут Свами мне говорит, что они верят в Бога больше, чем верите вы все здесь. Then I asked Swami. Тогда я спросил Свами. How, Swami, how? А как это возможно, Свами? Then Baba said. Свами сказал. All Russians believe in truth. Все русские верят в истину. All Russians believe in righteous action or dharma. И все русские люди верят в праведные поступки, в дхарму, то есть в праведность. Everyone has plenty of love. У нас очень много любви. They want peace. И они все хотят умиротворения мира. So these are the values they like, they follow, they adopt in their life. И это те ценности, которые они любят и которым они следуют в своей жизни. They say truth. То есть они говорят истина. You say the same truth. You worship truth in the name of Rama, in the form of Rama. То есть мы говорим истины, и мы поклоняемся этой истине в форме Рамы, в имени Рамы. They love. They love. Они любят. Whereas you here worship love in the name and in the form of Krishna.
вы здесь поклоняетесь любви, истине в форме Кришны. So, there in Russia, you have got the principles. То есть в России у людей есть принципы, присущие им принципы. What are they? И что это за принципы? Truth. Истина. Righteous action. Праведное поведение, поступки. Peace. Мир, умиротворение. Love. Любовь. And non-violence. И ненасилие. And those values they worshipped, all worshipped here in the form of some name. То есть русские поклоняются этим принципам в России как принципам, а мы же здесь в Индии поклоняются этим же принципам, но в форме, например, какого-то божества, имени, формы, да? То есть через божество. Да, через божество, через призму какого-то божества. That is the religion. И это называется религией. That's the religion in practice. И это религия, но в практике, в действии. So Russia is not a country of non-believers. Поэтому Россия это не страна, там где люди не верят. It is a country of staunch believers of values. И это страна, где люди именно верят в ценности. Which are worshipped in a name and form here. Это те же самые ценности, которым мы поклоняемся здесь, в Индии, через божество какое-то, обращаясь к божеству. That's why Baba is able to attract everybody from all over the world. Поэтому Баба способен привлечь любого человека из любой точки мира. You may not believe when I say he speaks on Christ with Christians. Может быть, вы не поверите, но он говорит с христианами, он говорит об Иисусе, да, и на их языке. He speaks on Buddha to Buddhists. С буддистами он говорит о Будде. Why? Почему? The reason is truth is one. Причина этому того, что истина одна. After all, we may call water in Hindi Pani, in Telugu Neeru, in different languages, same water is called by different names, H2O, that's all. То есть вода одна, это H2O формула, да, но на разных языках она называется по-разному, то есть разные слова, но вода одна и та же остается водой, вода остается водой. This is the first essential principle of Swami. Это первый, главный и изначальный принцип, которым с вами. Да. I also remember somebody telling Swami. Я также помню, кто-то сказал с вами. Swami is a communist. Not he, somebody sitting there is a communist. Да, тогда что, например, кто-то показал, говорит, с вами вот тот человек коммунист. Коммунист? Коммунист? Who is a communist? Кто такой коммунист? Come next is communist. Он говорит, come next — это игра слова. Come next — это придет следующим. Так, come next — коммунист. Звучит очень похоже, да, игра слов. Come next — придет следующим. So, they all come next, that's all. Он говорит, они просто следующими придут. Все те, кто коммунисты, придут следующими сюда. Like that Swami has got his own interpretation for every religious principle that unifies mankind into one. То есть таким образом с вами было объяснение каждому религиозному принципу, который объединяет все религии вместе в одно, в единое целое. То есть он всему находил объяснение такое универсальное. Now, you also know that what is religion to many people? Вы также знаете, что значит религия для многих людей. Going to Sunday, attending a church is a religion to Christians. Для христиан каждое воскресенье поход в церковь – это религия. Going to a mosque on Friday is the religion for Muslims.
для мусульман, соответственно, по пятницам посещение мечети, да, то есть это также их религия. Going to bhajan on Thursday or Sunday and do some bhajan is the religion for Baba devotees. Последователи с вами, соответственно, посещают группу баджанов по воскресеньям, по четвергам. То есть это для нас наша религия. Последователи с вами — это религия. That's all wrong. Но это неправильно. What is true religion? Что является истинной религией? To consider each moment divine is religion. А религия — это воспринимать каждый момент нашей жизни священным, божественным. To consider every incident happening in our life as divine is religion. То есть считать каждую ситуацию, которая в нашей жизни возникает, это божественная ситуация, это и есть религия. To take both good, bad, success, failure, all these with calmness, with balance is religion. Когда мы встречаем все хорошее и плохое в нашей жизни, испытания и радости с спокойным сердцем, это и есть религия. That religion in practice is the gospel of Sat Sai Baba. Религия в действии — это и есть Евангелие Сати Сай Бабы. Именно религия в действии, в практике, в жизни.